Всем привет, я Алина Дреева. Вероятно, вам не очень легко работать с таким мессенджером, как Telegram. Но сегодня я попробую немного облегчить вашу работу. Итак, тема сегодняшнего нашего урока – это то, как поменять язык в Telegram. Итак, для начала мы слева сверху экрана находим либо три точки, либо три горизонтальные полосочки. Вот так, как у меня. Нажимаем. Дальше. Много всяких английских непонятных слов. Мы находим рисуночек маленькой такой гаечки. Он у нас будет второй снизу. Нажимаем на него. Дальше мы ищем слово language. Вот он у нас. Смотрим. Вот, видите? И там напротив него стоит English, то есть английский. Нажимаем и ищем русский язык. Вот мы нашли русский язык. Любой из них выбираем. Ну, я выберу, допустим, первый. И вуаля! У нас перевелось все на русский язык. Всем спасибо за внимание. Кому было полезно это видео, ставьте палец вверх. Делитесь этим видео со своими партнерами, друзьями. Пока-пока!